Добрейшего всем, дамы и господа! С вами Кулин, и добро пожаловать на новый выпуск Shadow Fight 3! И сегодня мы продолжаем нашу любимую побочку уже в престижном режиме. Да, сегодня, видимо, я чувствую, опять буду прыгать во времени и, как всегда, уничтожать наших клонов. Но, как говорится, все четко да как надо. Да и еще тот факт в том, что я наконец-таки забрал эти чертовы билеты. Да, меня спасло лишь пару моментов. По крайней мере, как видите, у меня жетонов нету. И все же небольшое задротство. Да, все же я как-то, ну, смог пройти из премьюстербаков до билетов. Вот, сегодня я надеюсь, что мне дадут сегодня очки за премиальный бустербак. Получается, нам дают 130 очков, да. Значит, получается, должны 260 дать. Значит, я должен... Получается, карточку какую-то получить, нашу легендарную. А вот здесь, да, я здесь снова должен забрать билет. Я надеюсь, что я сделаю это вовремя, поскольку у нас тут немножко времени осталось на спринте. Скорее всего, я, наверное, еще потом за кадром все же это допрогоню. И заберу все наши эти награды. А может быть, в принципе, и сейчас заберем, если, конечно, сейчас нам очки дадут. Нормально. Вот, хотя, фиг его знает, может быть, и не дадут очков. Но... Все же будем надеяться. Ладно, давайте, в принципе, потихонечку начнем. Все же не будем наш затягивать побочное веселье. И, конечно же, ставим лайки, подписываемся на канал, ставим колокольчик на видосики. Ну и, конечно же, погнали. Ну что ж, давайте начнем нашу престижку. И я надеюсь, что у нас будет та же самая ситуация, как и в обычном режиме. Хотя, все же я на престижке надеюсь на лучшее. Так что погнали. Сейчас я буду разбираться. Так, Кицуны, спасибо, не надо. Так что, давайте полетели. И у нас опять этот чертов клон с плохой координацией. И где меня будут постоянно критовать с когтями, с моими любимыми. И меня фигачить теневухой. Да, может быть, я на этот раз попробую как-то его пройти. Как бы я надел, ну, достаточно нормальное оружие. Хотя и пикировочка у меня вот такая. Ну, давай тогда пробуем. Сейчас буду разбираться. Так, тихо, 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 дружище. Сразу уже с когтями начинает. Все, нова, нормально. Потихонечку, осторожно будем начинать. Так, тихо, тихо, не убей меня, самое главное. Вот. А, мне тут пинок вашему не нужен, к сожалению. Не надо. Уж извините, он и так бесит. Не, давай, ну-ка. Ну да, конечно. Тупое дело, что уже открытаю все. Да, да. Просто абсолютно не дает это сыграть. Так, ну давай, пока все потихонечку держимся. Так, ну-ка. А, ну конечно. Сейчас меня синевухи выберут. Так. Тихо. Не надо, не надо, не надо, не надо, пожалуйста. Мне еще жить надо. Все. Давай, сливайся. Ну. Нет, не хочет. То и дело, что ждет. Придется, видимо, отбегать, потому что я знаю. Сейчас пусть этот крит пройдет. О! Все, давай, ну-ка, сливайся, наш клонушка обмана. Решил тут нас тут обманывать, да. Просто подождать крита и все. И с когтянки херачить. Да. Больная затея. Когтянские все же уж слишком хороши, прям отвечаю. Что в итоге могут скритать и минус плохо поснести. Даже при том, что это не дальняя атака. Вот, ну или тяжелый удар. Давай, давай. А, ну опять, надо именно с этого начинать. Ладно. Тихо, дружище. Ну давай, пожалуйста. Может, я тебя в сухую пройду? Никак в прошлый раз, тут не хотелось бы как-то. О, тихо. О, нормально так. Все. Зажимаем вообще. Не жалеем. Ай, блин, не зажал. Обошел меня все же. Так, тихо, давай. Иди сюда. Ну-ка. Не хочет, просто, понимаете? Тупо ждет по таймингам. А, так, нет. И опять критым. Неудивительно, абсолютно. А клон умеет обманывать. Так, ну-ка, иди сюда. Так, зажимаем. Все, прям не жалеем. Опять опоет меня. Так, ладно. Вот, уйдено. Ну, тут главное на этих клонах обычно лучше зажимать. Все же так намного проще их будет победить. Если я еще раз говорю, они вас зажимают, то вы зажимаете их. Правда, не на всех, ну, не во всех случаях у вас получится нормально зажать. Но, по крайней мере, конечно, у меня получилось. Но будьте осторожны. А то мало ли что пойдет у нас не так. И все, как говорится, будет великий F. Так, у нас дальше боевой азарт. Так что сейчас справимся быстро. Так что не проблема. Нам как раз-таки наш тут, там, клончик. Да, раньше этот был клон. Не удивительно, абсолютно. Ну, я надеюсь, что у нас будет все похорошо, чем все похорошо. Сейчас как раз быстренько его уберем и будем двигаться к нашим опасным друзьям. Особенно к невидимости с этим, с клоном ядом. Давай тогда, пошли. Ну-ка, дай сюда. Так, главное, что меня сейчас не заспамили, а то уже извините. Мне тут проблемы с Шонгом не нужны. Так, ну-ка. Давай, дай сюда. Где крит? Ага, крита нету, сорян. Нет. И надо было позже активироваться. Живи. Все, так, нормально. Все.
Все, отдохни. Первый раунд за мной, дружище. Все, понимаешь? Тебе лучше отдохнуть. Дай мне, пожалуйста, пройти все это по идеальному. Хотя, опять же, может сейчас что-то пойти не так. И, как говорится, я солью попытку, как и на всех ивентах. Но все же этот ивент намного проще, так что я думаю, не буду рассчитывать на то, что я буду здесь сливаться. Хотя, опять же, может сейчас что-нибудь пойдет не так и все. А, не надо, не надо. О, это было близко, очень близко, еще немного, я бы сдох. Ну, по крайней мере, мне поплохо поснесли. Так, тихо, тихо, живи, 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 дружище, ну. Вот так вот. Иди сюда. О, слава богу, все. Давай, до связи, наш клон, он сносит. Все, до связи. С тобой хорошо еще поиграли, да и по-быстрому. В отличие от некоторых клонов, наших любителей. Подождать да позажимать. Ну, слава богу, это нормально. Так, у нас там жетонские, да? Ну, да-да-да, сейчас все заберем. Они как раз таки мне пригодились, вот, поскольку раз уж нам тут разрабы подняли очки, я все же решил воспользоваться ими, и я, короче, купил кучу обычных быстробаков. Ну и плюс еще спринт, учитываем тот, ну, спринт быстробаков, который есть сейчас, там немного времени осталось. И слава богу, благодаря этому я забрал два билетика. Ну и на это спасибо, я уже думал, вообще притяжку буду поздно снимать там, или за трость не придется. Ну нет, спасибо, слава богу. И как раз еще плюс два лишние билета будут. Вообще шикарно. Ну, ладно. Я все это закатом все это пройду. И как-то надеюсь, я смогу набрать очки, чтобы собрать этот сет. Да. Сет незнакомца, который раньше без глеб, и теперь все сделали вот так. Давай тогда пошли зажимать. Здесь уж уже с критами лучше действовать. Так что давайте, будем уже не ждать критов. Снова и снова. Ну, и как бы логично, поэтому что ж поделать. Так. Опа, она так. А, ну что-то я мало снес. Что-то мало. Так, все, она обошла меня. Ну, прыгнул не по таймингам, поэтому нормально. Все, подождем. Вот. Конечно, здесь лучше атаковать, но лучше не спешить. Лучше с критами будет, ну, полегче. Вот. А если, конечно, попадаете по таймингу, ну, может, конечно, попробовать. Вот. Ну, лучше не рисковать все-таки. О. Давай, давай, давай. Ну-ка, иди сюда. Не, не надо. Так, только не зажимать. Не надо. Мне тут ваш зажим не нужен. Вот. Давайте так, что без зажимов. Вот, тихо, 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 тихо. А, змеюги, не надо. Так, тихо, тихо. Не надо, не надо. Все, так, удали. Все. Пожалуйста, отдохни, отдохни. Так. Вот, тут этот самый клон яда, блин, вообще тупо в блок бьет, поэтому надо осторожно. Тихо, тихо. А, ну конечно, давай. Давай меня еще начинай зажимать меня. Не надо. Все, слава богу, давай, нужно, можно добить. Все, давай, добиваем. О, вот так вот. А то серьезно, блин, а то. То не отыграешь из-за того, что тебя тупо в блок бьют. То в итоге тебя то и дело, что фигачит это отравление, ну, слишком уж быстро. Да, ну, я думаю, знакомый случай, поэтому абсолютно неудивительно. Вот. Хотя бы я как-то справляюсь с такой пикровкой, опять же, эпической дареткой. Но, опять же, я могу слиться в любой момент. Так, ну, а, у меня плюс еще вроде откинки не, да? А, нет, она у меня вроде стоит. Ладно, все. Все, она вроде у меня есть там. Все, ну, попробуй тут. Ну, так. А, ну, конечно. А я вот так вот эти присылаю, все. Вот. Ну, лошадь тут обычно не торопится. Все, я вот так вот делаю, все. Так. А, ну надо пин комбин. А, вот, ну вот это знакомый случай, ребят. Просто пинок, а потом меня тупо бросают. Ну, неудивительно. Тихо, 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 не надо. А не надо меня зажимать. Не просите. Все. Ну-ка, отдохни. Все. Ай, блин, чуть-чуть по таймингу не попал. Так. Ты, о, слава богу, успел. Так, иди сюда. Все, хорошо. О, еще и шок раздал. Вообще идеально. Ну, давай тогда. Можно это добивать. Все, добиваем. Вот так вот. Отдыхайте, наши господа. Отдыхайте. Все же теперь моя очередь настала работать. Вот. И, как говорится, мстить за обычкой. Все же что-то я не знаю, но на обычке ты что-то сливаешься, а ты что-то плесишки. Хотя, опять же, на плесишке проще. То есть, я думаю, многие знают, что это неудивительно все. Так, ну давайте что-нибудь другое примерим. Может, такое, которое может, типа, мол, из будущего якобы челик. Но... Не знаю. Ну да-да-да, сейчас что-нибудь опять же поищем. Я чувствую, мне придется опять что-то долго искать, да. Ну, я чувствую, что, видимо, да. Да? А хотя давайте, в принципе, как-нибудь сейчас листем. Что у нас тут есть? Ну-ка, сейчас глянем. Хотя бы, может, какой-нибудь резкий шлем взять, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, а что можно взять? Копешончик, да? Ну, не знаю. Так, ну, дальше еще посмотрим. Вот, я, скорее всего, возьму редкий шлем. Вот, а какой только взять? Вот, ну-ка, слушай. О, слушай, это похож на судью. Ну-ка, а если сейчас вот так вот сделать? Да, давай сейчас белый покрасим вот наш шлем. Так, и давай сейчас что-нибудь еще сейчас найдем. Вот беленькое, беленькое. Нам нужно беленькое синим. Вот, вот вам будущее, господа. Белое синим тут это. Синевушки-то поет, подыгрывают. Так, ну-ка сейчас находим. Так, она на желтый подойдет. А если вот так?
Ой, нет, это не то. Шлем, 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 шлем. Ну-ка. Я, конечно, не знаю. Да, вроде даже нормально. Ну, попробуем сейчас, может, так, хотя... Может, почему-то еще поищем. Так. Так, предвестник. Ну, не знаю. Так, а ну что, она что, перекрасочки? Сейчас посмотрим, где наша перекраска. Слушайте, а похоже, да? А, у меня получается только две штуки. А, пять штук есть, да? Слушай, а можно, в принципе, перекрасить, да? Ну, не знаю, конечно, стоит ли перекрашивать. Ну, допустим, я ее перекрасю. Ну-ка. Можно, да? О, да, краски перекрасим. Все равно же две штуки. Все, вообще не, ничего страшного. Тем более, у меня и так красок дофига, так что давайте их тратить. Все, вот так вот, страж небытия. Вот его броня. Так, ну-ка. Опять же, что-нибудь нужно синее подкинуть. У нас должна быть синька. Вот. Или, как говорится, редко. Вот, ну-ка. Есть, сейчас найдем что-нибудь. Вот. А синяя ядокатана как у нас будет выглядеть? О, слушайте, а нормально. А, слушайте, в принципе, давайте так и оденемся. А чё, ничего страшного же в этом не будет. Так. Что нам нужно еще? Так, давай теперь, наверное, возьмем иглы, да? А, нет, я уже иглы брал, поэтому давай что-нибудь другое. Не надо, не надо. Нам уже и так игл достаточно. Так. Давай, сейчас что-нибудь еще найдем. Сейчас найдем. А что-нибудь такое у нас есть, блин? Может быть, что-нибудь из эпических взять? Так, а гарпун? А что у нас там с гарпуном? Ну-ка. А как он будет выглядеть? А, гарпун у нас вообще не перекрашивается абсолютно. Ну, тогда ладно, пофигу. Так, а что у нас еще есть? Еще надо поискать. Главное подходящее найти, и тогда можно будет с ним такой отыгрывать. Так. Сейчас. Блин, вот реально, серьезно, хотелось бы что-нибудь поставить. Может, пока, может тогда плавник взять? Да, он же у нас синий. А, ну вот если вот так вот сделать. Вот. Хотя фиг его знает. Ну, не знаю. Не знаю. Может быть, стоит. Ну, давай тогда, может быть, я перекрашу, наверное, сейчас. Где тут у нас, получается? Или не надо, или нет. Или не надо, или не стоит. Ну, сейчас это посмотрим, сейчас это посмотрим. Где у нас, получается, проект Линк? Сейчас, наверное, найдем. А, вот он, наш гарпун. Вот он, наш гарпун ледяной. Вот. А в какой можно перекрасить? Вот такой же. Можно его перекрасить? Сейчас, ну-ка, давай проверим. Может, нормально же будет? Со скастомизацией. Конечно, не знаю, сейчас перекрасить или у меня нет нормально. Ну, давай, допустим, я сейчас проверю. Вот. Угу. Получается, у нас будет... О, у нас, получается, вот такое будет. Ладно, ну-ка, сейчас посмотрим. Перекрасить. Ну, я надеюсь, что он перекрасится. Сейчас. Да? Перекрасится у нас, получается? Сейчас проверим. Ну... Да, он у нас прекрасился, но, конечно, не совсем. Ну, ладно, сойдет. Давайте уже, в принципе, пойдем, а то что-то мы затягиваем слишком долго. О, нормально. Все, тогда пошли к нашему невидимочку, господа. Ну, опять наш невидимыч, который с камами еще будет нас опять херачить, как всегда, и все так далее. Да, теперь я, короче говоря, в синьке тупо отыгрываю, да. Будущий ивент, а значит, пора пикировку будущее надевать. Вот, хорошо. Да? Слушайте, да, в принципе, я даже нормально в нем вылежу. Ну, давай тогда, погнали. Сейчас будем отыгрывать против невидимыча. Так, тихо, я постою. О, спасибо. Вот. Ну, слава богу, тут я до катана переигрывает наши камы, поэтому нормально. Погнали. Все. Хотя, опять же, я в редкой пикировке, так что это учитываем. То мало ли что у нас будет. Пойдет не так, и мы будем сливаться сейчас. Так, невидимыч, давай, ну-ка. Ты должен сливаться, понимаешь? Ради ядокатаны, ради всех нас. Давай, сливайся. Угу. Ну-ка, иди сюда. А вот так вот, все идеально. Потихонечку сейчас идем. Так, ну-ка, не надо. Ну, конечно. Еще надо... А, еще кританул у меня. Тихо. Вот, хотел, но так. Тихо, не надо. Не надо, давай. Я до катана справляюсь, редкая. Редкая я до катана должна справиться у нас. Да, все, забираем. Угу. Как раз. Я, кстати, я не знаю, на что похож. Это похож на служитель небытия. Вот, у него как бы эта пикировка же стража. Вот, а шлем и оружие от этого служителя. Слушай, а прикольно, в принципе, выглядит, нормально. Кастомизация, как говорится, решает. Ну, давай тогда краски будем справляться. А, куда что, надо меня с этого начинать. Ну, не надо, дружище, пойми. Тебе это не поможет, невидимыч. Вот так вот. Все, ну-ка. Вот так вот. Зажимаем тупо, вообще не жалеем. Так. Все, а, уже встал, да? Все, ясно, встал. Так, не надо. Все. Вот так вот. Все. О, все, вот это сейчас у нас хорошечно все идет. Что-то я уже думал, насколько в прошлой ситуации у нас, не? А, конечно. А как меня это пробило, вопрос? Птички маш, что ли, у него стоит, я не пойму. Вот. Ты что, дружище? Дай отыграть-то, ё-моё. Так, иди сюда. Вот так вот. Все, вот так вот. Отталкиваем. И нет. А, ну конечно. Все, а вот это... А, нет, не успел все же. Так, и у нас опять ситуация 1-1.
Так, подходим. Так, тут, блин, надо... А, я не знаю, смогу ли я сейчас выжить или нет. Но я надеюсь, что мы все справлюсь. Так. Ну-ка. А, все, я его забираю. Ну, хорошо, я уже у нас ситуация будет у нас один на один, и все. Ладно. Ну и на это спасибо. Я уж думал, у нас тут невидимый не пустит нас. Ну нет, ладно. Пустил меня куда подальше. Так, и что у нас там за карточка выпадает? Сейчас посмотрим. Видимо, какой-то сейчас перк выпадет, наверное. Ну, сейчас это и увидим. Вот, ну-ка. Перк, да. А, натиск не падает. Ну, сразу скажу, спецприемгодники, его можно использовать. Я краски использую вместо вот этих редких и эпических. Ну, опять же, они тоже хороши. Как говорится, на вкус и цвет все по-разному. Так, давай у нас дальше минное поле, да? И меня будут сейчас мины зажимать. Меня еще бот будет зажимать. Ну, опять же, классика побочки. Когда тебя, когда ты что-то выпиваешь и что-то начинаешь зажимать, то тебя тоже вот это происходит. Ладно, давай тогда. Ну, надеюсь, не покачает меня ситуация. Давай, наш служитель, справляйся. Будем уничтожать их с наслаждением. Будем изгонять демонов наших. Вот, ну-ка, пошли тогда работать. Вот, все адекатаны. Уж, конечно, я не знаю, можно было другое оружие взять. Ну, как-то не знаю, что ли, адекатана ближе, что ли, стало. Вот. Ну, а так, ну куда ты? Ну, дай мне, что ж, дружище, ты вообще не ударить не дает. Вот так вот я, как фаерьгард пытался подать. Не надо, обойдешься, не надо. Слава богу, пока у нас тут мины не фигачат рядом, и на это спасибо. А, вот сзади зафигачилось. Ну, давай тогда зажимать. Сможем? А, слава богу, нет, нет. Так, главное у меня, чтобы минус по хп не снесли. Не надо. Мне еще жить надо. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мне похоже, что... Так, нет. Оп. Опа-на, опа-на. Все, так. Вот так вот. Отходи. Все. Вот так вот. Отдохни. Да? О, нормально. Справились как раз. Вот. Это меня, слава богу, спасло. Как раз таки меня здесь редкий шлем выручает. И бабочки, и болотники меня, кстати, он очень сильно выручил. Вот, поскольку болотник очень жестко фигачил, вот, поэтому меня вот эта атака спасла. Вот. Хорошо, давай тогда отправляемся сейчас потихонечку. Ну давай тогда сейчас берем. Надо. Ну-ка, попробуй сейчас так. О, нормально. А, ну надо меня поджигать. Поджигатель, а. Еще попробуй, еще здесь взорвись, клон. Ну, слава богу, это не фейтгард. Все, слава богу. Так, ну-ка иди сюда. Зажимаем. А, ну не надо. Так, не-не-не, пожалуйста. Так, мина. Все. Вот так вот. Ну нет, мина, теперь мне уже мешает. Понимаете? То ей мешает, то... То мне мешает. Абсолютно. Ай, тихо, ну не на... А, нет, скорее всего, меня сейчас она уберет, да? Уберет? Я чувствую, что да. Не надо, не надо. А у меня синий выход, а не... Ах, ладно, она меня уже убрала. Ладно, понимаю, абсолютно неудивительно. Вот. В этом плане. Еще бы мне тут не хватало слиться, господа. Уж не хотелось бы. А то, как говорится, опять повторится, кажется, эта ситуация у нас, по-моему, опасна, да? А у меня опять нюх не наготове. Ладно. Давай тогда потихоньку, давай тогда вот так вот. Поделать. Так, будем... А, ну нет, ну мина, пожалуйста. Так, а, ну все. Это будет тупо зажим. Все. Я так понял, да? Да. А, нет, все, слава богу, я бросил. Я уже думал, у меня сейчас мина тут все убьет. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, живи-живи-живи, пожалуйста, живи, дружище мой дорогой, ты мне еще нужен. Не хочу снимать тебя попытки, пойми. Вот. Хорошо, о, еще шок раздал, о, вообще идеально. Ну-ка, давай, надо катана справляйся, ты могешь, ты должна могечь всех. Ну-ка. Все, теперь моя очередь, дружище. Все, моя. Ну-ка. Так, ай, блин, нет, нет. Не подходи. Все, я тебя запрещаю подходить. О, я успел шармок сделать, нормально. Так, а нет, не дотянул. Давай ногами добьем. Все, набиваем ногами. Блин, ну ты зараза, бля, ну ты клонушка, понимаете? Когда тебя здесь фигачит до последнего, вот этом клоне, на предпоследнем, тебе становится неприятно. А там у нас все равнодушие, учитываем это. И еще учитываем, что у меня опять же редкая пикировка. Да, зато хардкор какой, господа. Зато еще какой хардкор. Давай, так у нас порочный круг, да? Ну давайте, будем страдать. Конечно, не знаю ли я. Пройду ли я на максималочке или нет. Но посмотрим. Я надеюсь, что хотя бы ситуация в 3-2 я его точно заберу. Да. Странно, почему же у меня так сильно приспичивает именно брать именно редкую пикировку? Хотя, видимо, тут, как говорится, равномерное не мешает. Вот, давай, вместо могу тут выжить. Вот, и не умереть еще времени. Ну-ка, иди сюда, наш клонушка. Клон равнодушный. Равнодушный клон. Ну-ка. Я надеюсь, у нас ситуация не будет та же самая, как... В бабычке. Ну, сейчас посмотрим.
Так, не, ну слава богу, у нас пока все нормально идет. Конечно, вся до катаны тут на изи справится. Вот, но с другим оружием немножко сложно отыгрывать, допустим. Вот, поэтому надо осторожно учитывать. А, ну конечно, теневуха на максималках, давай, работай. Опа, на слава богу, ушел. Так, все, зажимаем, зажимаем его, не даем ничего сделать, не даем, все. Так, обошел, ну прям что, обошел меня, все же я его все же позажимал, поэтому это точно. Давай. Так, подходи, вот так вот. Все, ну-ка, ну пожалуйста, клонушка наш, отдохни. Все, да, заберу? А, да, все, забирай первый раунд, нормально. Я жду тут от синюхи, не уйду нифига, и минус по хп будет, как всегда. Ладно, хорошо, пока что у нас каких-то подозрительных действий нет. Пока что, до тех пор, пока не пойдет синюха и как раз таки непробиваемость. Опять же, удары будут и дело, что просто так. Так, ну что, давай, ну что, потихонечку, пока продолжаем, ну что. Я надеюсь, у нас ситуация будет та же самая, да? Или как? Ну, сейчас посмотрим. Так, ну-ка дай сюда. Так. Я, конечно, не знаю, можно было опять же что-нибудь по фэншу одеть, но, слава богу, шок раздал. Ну, вот так вот, давай тогда, потихоньку. Справляемся. Вот так вот, подходи. Вот так вот, это я понимаю по-нормальному, вот. И опять неуха полная, значит, пора зажимать. Давай, зажимаем. Все. Вот так надо и делать. Так, тихо, не убьешь? А нет, слава богу, не убьешь. Так. Не-не-не-нет, не торопись, не торопись. Главное, чтобы мне это сейчас не подзв... Ага, пытался, пытался. Нет. Опа-на. Зато у меня вообще какой-то маг. Так. Нет, меня сейчас убьют, да? Зажимают. Так, нет, пожалуйста. Все, слава богу. Это меня спасло. Я до катана, слава богу, здесь спасаю это в упоре. Вот, быстрее делать туда, нежели кулаки. Давай, иди сюда. О, нормально. Вот это я понимаю. Все. Ну-ка, сливайся. Да. Сливайся, дружище мой дорогой. Клонушка дорогой. Все хорошо, второй раунд забираю. Да, как-то странная ситуация. Ситуация в обычке 3-2. Здесь ситуация 2-0. Что такое, ребят? Я вот не понимаю. Ну, конечно, я знаю, что притишка намного проще, но... Как-то подозрительная ситуация, не так ли, ребят? Вот, подозрительная прям. Но все же за этой можно и любить ивент. Он очень подозрителен, но при этом пройти как-то так его можно. Давай, пошли. Работа. Вот так вот. Все. Потихонечку. Жалко, что у меня спецстрема нету. Я мог, конечно, что-нибудь зафигаешь ему, типа пинок мула. Но не стал я, короче, ставить. Я обычно не отыгрываю спецстремами. Так. А вот теперь здесь можно теневухой. Давай. Работаем. Опа, она. Все, иди сюда. Ага. Еще лучше. Опа, она. Не подходи. Ха, пытался задний удар сделать, слава богу, я его толкнул. Так, хорошо, хорошо. Ну, у меня еще плюс пол хп, нормально. Тихо. Убьешь, да, меня? Ага, капкан поставил. Давай, иди сюда, подходи. Быстрей. Ай-яй-яй, зараза, не подошел. Опять ставь капкан. Ну, я перелетать не буду, а что-то опасно. Вот, слишком, ну, как-то не долету, что ли, я до него. Ну, ладно. Не стану, короче, рисковать. Опять ставить капканы. Как только вдалеке, он сразу ставит капканы. Тихо, тихо, тихо. Ну дай ты мне крытануть-то, типа. Ай, блин, не дал тайминги мне в итоге. Ладно. Иди сюда. Все, ну-ка. Опять меня обошел, тихо. Ну все, слава богу. Забираем в сухую на этот раз. Странная какая-то ситуация. Очень странная. Ну ладно. И на это спасибо. Может быть, эта катана меня как-то здесь выручила. Но, ладно. Самое главное, прошли. И не стыдно ни попыточки. Я уж думал, тут как-то, ну, вообще что-то пойдет не так. Ладно, главное, прошли. Все же мой любимый ивент как-то не подкачал. И на это спасибо. Так, давай заберем уже жетонские. Так, мне даже сейчас очки зачитать, да? Сейчас посмотрим, проверим за наш уникальный быстробак, который раньше не засчитывались очки. Ну-ка, вообще проверим. Так, ну ясно. О, нормально, пистолетик выпал как раз плюс устойчивость. Давай тогда все заберем. Все, ну мне как раз чисто для устойчивости мне только хватит. Да, да, все, ребят, засчитали, наконец-то. Вот это я понимаю по-нормальному, да? Здесь тоже? Все, здесь тоже засчитали. И плюс у нас еще декабрьский марафон. Сейчас давайте декабрьский заберем. Вот, тут у нас получается, да, эпический архивка. Вот, жалко, что мне там уже все шмотки выпали. Да, по-моему, вроде все выпали. О, зато обувь какой-нибудь не выпал. Как раз-таки та самая броня, которая никак не могла выпасть. А теперь она тупо падает с архивок. Да, вот это безумие. А, здесь еще, да? Здесь еще мне засчитали. Все, ясно, давай, да. Здесь забираем, все. Ну-ка. Да, нашу броню забираем. Все, еще один халявный билетик, я его потом прогоню за кадром. Так, ну и давай, у нас еще спринт быстрый баг. Все, забираем нашу карточку и клички. Да, что у нас падает? О, маска ликвидатора в него была. Та самая маска, ребят!
так как и броня Спектра, которая никак не выпадает, понимаете, никак не выпадала. Вот. И почему-то они только сейчас падают. Я не понимаю, в чем тут механика рандома, но в итоге выходит так, что только ты выбила то, ну, вот этот шлем, то тебе он будет идея, что часто падать. А если ты, допустим, можно сказать, ты его не выбивал, ты его фиг выбьешь. Гениально и неудивительно. Ну что ж, друзья мои, я буду завершать наши побочные эффекты. Да, негативные действия, слава богу, у нас прошли, и мы все же вырвались сюда, где у нас снова два билета, и я опять же за кадром все это прогоню. И я, скорее всего, наверное, дальше не буду двигать спринте, скорее всего, так и будет, поскольку, ну, как бы там смысла дальше к доказке идти, ну, нету просто. Ну, благо, хотя бы что-то мне выпало и что-то прокачалось. Ну и да, это спасибо, я уже думал, там вообще все ужасно будет, и выпить какая-то фигня. Ну ладно, ладно, будем с вами прощаться, давайте, всем удачи, всем пока, ставим лайки, запись на канал, ставь кое-что на видосики, ну и, конечно же, всем удачи, всем пока.